Государственная программа «Нурлы жол» придаст новый импульс развитию автодорожной отрасли. Такие значительные суммы выделяются впервые. Предусмотрено 40,1 миллиарда тенге, из них 14,2 миллиарда из республиканского бюджета, 10,2 миллиарда из областного, 3,5 миллиарда из резерва правительства и 12,2 миллиарда в рамках дорожной карты занятости. Одна из важнейших дорог является дорога областного значения Новокулатон, аккурат Минская. На ремонт данной дороги выделено порядка 1,5 миллиарда тенге. Это как и с республиканского, и также и с областного бюджета. На данные средства отремонтируем порядка 55 километров дороги. Также нами осуществляется постоянный контроль. Осуществляется технический надзор, авторский надзор, привлекаются специалисты дорожной лаборатории, так как мы уделяем большое внимание на качество, чтобы качество у нас не хромало. Но помимо этой дороги мы проводим ремонт на автодорогах, таких как Балкашин-Шантыбе, в текущем году запланировано ее ввод в эксплуатацию, также Бузулук-Алматинский. По словам специалистов областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ремонт ведется согласно графика. На сегодня из положенных 687 километров уже отремонтировано около половины. Остальные 50% будут завершены до конца года. При этом большое внимание уделяется качеству дорожного полотна. С нашей стороны особое внимание уделяется качеству работ. Есть еще технический надзор, но это уже работа специальной лаборатории, которая специализируется по проверке качества дорог. В этом году национальный оператор «КазАвтожол» отвечает за средний ремонт 107 километров дорог республиканского значения на территории области. В рамках среднего ремонта в текущем году запланировано у нас 107 километров ввода в эксплуатацию. Из них 66 километров мы уже завершили полностью. И вот на неделе мы принимаем их уже в эксплуатацию. Остальные 5 объектов среднего ремонта, из всего 7, мы до конца сентября уже сдадим в эксплуатацию. Все объекты у нас по среднему ремонту ведутся на опережение графика. Раньше, чем на 3 месяца, вот уже сдаем первый объект в эксплуатацию. В прошлом году были начаты ремонтные работы на въезде из Кокшетау в Щучинск. Это 6,5 километров. В настоящее время идет капитальный ремонт дороги третьего уровня. Работы планируется завершить в начале сентября. В целом на территории региона 5626 километров дорог местного значения. Порядка 22% находятся в неудовлетворительном состоянии. Говорят специалисты, необходим ремонт. Сания Кубжасарова, Бибинур Кукурова, Василий Вережников, Алмаз Адвокасов. Общий аппарат.